Теперь подробнее об этих и других событиях. Режим чрезвычайной ситуации в связи с растущим числом природных пожаров введен сегодня в 7 регионах страны. Сложная пожароопасная обстановка стала главной темой на Всероссийском селекторном совещании, которое провел глава МЧС Сергей Шойгу. Общероссийская сводка по пожарам за последнюю неделю напоминает вести с фронта. Огонь идет в наступление. Уже уничтожено более 1000 жилых домов, погибли 34 человека. Больше всего пострадали Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская области, Республики Татарстан и Мордовия. На территории Российской Федерации зарегистрировано более 7000 очагов природных пожаров на общей площади более 500 тысяч гектаров. В среднем за сутки возникает до 300 очагов пожаров. В день возникновения тушится уже 95%. Волгоградской области, в отличие от других субъектов, наблюдается снижение на треть числа лесных пожаров по сравнению с прошлым годом. По словам начальника регионального МЧС, причина тому – оперативная реакция на степные возгорания, которые провоцируют отдыхающие или транзитчики, выбрасывая мусор из проходящего транспорта. Ведь в лес огонь чаще всего приходит именно с полей. Ежедневно подразделениям областного МЧС приходится совершать до 130 выездов на прилегающие к лесным массивам территории. Ситуация по-прежнему остается достаточно сложной, но абсолютно контролируемый. У нас сейчас нет каких-то опасений насчет того, что ситуация может осложниться. В регионе, я уже неоднократно об этом говорил, создана группировка, общая группировка сил и средств свыше 7 тысяч человек личного состава, 1500 единиц техники. Тем не менее, с начала года в регионе выгорело уже почти 1500 гектаров лесных насаждений. Причем несколько раз огонь угрожал населенным пунктам. За последние двое суток произошло 4 лесных пожара на территории Калачевского, Дубовского, Камышинского и Новоаннинского районов, в которых погибло 100 гектаров леса.